просто ужас какой-то. Ну все, это all-in должен быть у Тундры. У них есть 1.5 минуты закончить эту игру в свою пользу. Такого прекрасного шанса и может Киван больше просто не предоставить. ВР-ка с рапирой просто будет бить. Хотя они так героев подговаривают. Что? Блэдмейл! Он купил Блэдмейл и убил его! Он был с рапирой! Блэдмейл! Что происходит в этой игре, я не понимаю. Сноупол от Томпсона. Его не отпустит Валрос Панч. Кейван просто Томпсона типает. Ха-ха, они без Майя сами пошли в Эмберли. И даже без Кейвана. Боже, что это я смотрю? Какая концовка? Она просто... Она абсурдная.